Дорогая группа, помогите разобраться в израильском сленге. Или это я думаю, что это сленг? Ты правильно думаешь. Алевай, слышу постоянно. Маафан, как поняла, означает негативную коннотацию, что-то вроде разочарования. Или есть другое значение? Так что такое алевай и что такое маафан? Наведем порядок. Алевай используется как хоть бы, вот бы, даже в какой-то мере, дай бог. К примеру, мы хотим сказать, вот бы у нас бы все бы получилось. Алевай ше нацлиах, то есть алевай ше плюс будущее время. Или с союзом ве. Алевай ве нацлиах. Или еще пример. Если бы я только знал, алевай вейти йодеа. К тому же алевай часто используется в ответе. Чем-то похоже на слово иншалла. Кстати, иншалла из арабского перешло в иврит тоже в сленг. Поэтому часто вместо алевай просто говорят иншалла, как дай бог. В какой-то мере даже как бейзрат ашем. Но это именно разговорная форма. Например, вам друг что-то рассказывает, и вы хотите ему пожелать какого-то успеха, или вы хотите сказать дай бог. И вы можете просто сказать алевай. Ну и слово маафан. Маафан пришло к нам, естественно, из арабского языка. Маафан на арабском – это ужасный, заплесневелый, какой-то кошмарный. В общем, на русском – отстойный. Поэтому на иврите говорят «серет маафан» или «ото маафан». Но в женском роде – «маафна». Вот и все. Ставьте лайки, делитесь комментариями, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором каждый день я выкладываю самую полезную информацию. С вами был Тимур. Всего доброго.